Блячки. Все. Я готов. Готов идти. Уже конец. Скоро будет. Так, ну это вот с дома праха. Понятно, короче. Не могу после сладкого прям пиздец. Да? Так, один, хорошо. Я вообще думал, типа, думаю так, что, возможно, здесь должны были все сдохнуть, чтобы получить нормальную концовку. Чтобы у нас чувак осознал себя, я думаю, все должны помереть были. То есть не надо было всех спасать. Как я уже говорил, здесь суть в преподобном, это раз, а во-вторых, кажется мне, я должен был позволить им всем умереть. Мне кажется, здесь так было все это проделано. Если в первой части я должен был не делать иногда чего-то, а где кто? Звук есть, а картинки нет. Странно. А, вот сейчас, да? Заебись. Как бы наш... А теперь звука нет, да, только музыка. Бля, затоп, конечно. Да, звука нет. Только это хуйло идет. Ладно, понятно. Вот, и таким образом, просто при первом прохождении я потерял Тейлор. Типа, и ее этого пугала не было. То есть отсюда и вывод, что... Что... Если мы всех потеряем, останется один этот Эндрю, то, может, он осознает, что происходит. А может, и нет. Там я вот так и не был активно. Ну, в принципе, третий раз проходить, я хуй знает, сколько еще должно бы времени пройти. То есть, я-то сейчас прохожу, как бы я помню, что еще.
Посмотрите на это. Я был женат на Анжеле. С каждой минутой все абсурднее. Там ты сам уже потом почитаешь эту хуйню, мне это не интересно совершенно. Я тоже читал первый раз. Поэтому в жопу это. Жопа сморщенная. Так, раз, два, три, четыре, да? Четыре смерти мы увидели. Слышишь? Да. Слышу, слышу. Это девочка. Надо найти. Или мальчик. Эндрюшка. Андрюшка, Эндрюшка, пойдем копать картошку. Она здесь. Стой тут. Стой, блядь, мразь, нахуй. Стой, блядь. Так, минутку, микрофон надо проверить. Я забываю все время про микрофон. Да, тот стоит, который надо. Окей. Так, пластинка. Разуй глаза, тут же пластинки. Эндрю, что ты делаешь? Хуйло без зуба. Он ведает, что я желала признаться во всем суде. Нет, стоп. Ты спасешь меня. Ты должен... Постой, что-то здесь не так. Уверяю всех собравшихся, что ныне город освободится из лап дьявола. Милостью Божией Литл Хоуп восторжествует. Даю слово. Суд был спешно создан, но тому есть веская причина. Ежели мы хотим избавиться от зла, пропитавшего Литл Хоуп, нам должно действовать немедля. Обвиняю тебя, Мэри, в колдовстве. Говори, преподобный. Раздобытые мной доказательства не подлежат сомнению. Через куклу Мэри призывала дьявола, дабы служить ему. Мы были обмануты дитятей, ее личиной непорочности. Из-за куклы, по недомыслию, была осуждена Табита. Но она всегда принадлежала одной лишь Мэри. Она в молчании созерцала, как казнили ее сородичей. Все не так, лжец! Сие порочное дитя, порождение сатаны, ныне смеет обвинить меня, слугу Божьего, в злодействе! Что бы она ни говорила, не верь этому вранью. Она ребенок, но на уме у нее одно зло. Та еще дрянь. Я сроду не желала вредить ни городу, ни жителям. Ты мне поможешь? Что я могу? Если бы я мог, я бы как-то это остановил, но... И в час великой нужды сие проклятое дитя вновь взывает к дьяволу. Стойте. О помощи! Я молю суд выслушать. Мне нужно наставление. Наставь меня на путь. Так. Надо помешать им. Этот суд какой-то чудовищный фарс. Карвер, вот кто злодей. Мы поддались на его уловки. Узреть истину сумела лишь Мэри. Преподобный Карвер, тот, кто призывает нас верить в дьявола. Молчи! Во всем повинен. Тебе не он. Обмануть нас более. Твой умысел ясен, как день. Я узрю сей город очищенным от зла. Он прав. Послушай его. Во всем виноват Карвер. Что сделать, дабы вратить Литл Хоуп к свету? Преподобный вселяет в меня страх.
остановить Карвела. Останови Карвера. Это все он, не видишь? Он обвиняет Мэри, чтобы его не трогали. Я знаю, что должно делать. Стоять! Что здесь за бесчинство? Что он мне поведал, вызывает дурноту. Тебе предстоит ответить на многие вопросы. Оба-не! Как способен слуга Божий сотворить такое? Мэри, Библии твои нашли. Мучения кончены. Можешь идти. Глупцы! Обманутый детем! Разве не видите, кто она? Истина пялится на вас из адской бездны, но вы слепы! Дочь дьявола надурила всех вас! Не меня! Я вижу ее! Вижу ее! Шлюха сатаны! Ты отплатишь за злодейство! Я в числе первых пал под твои чары! Ныне весь город одурманен тобой! Да он был педофилом конченым! Без тебя я была бы мертва. Ты спас меня. Отныне я тебя не забуду. И честь меня построишь город и назовешь его Little Hope. Тварь. Не верю, что все закончилось. Ты защитил ребенка и был прав насчет священника. Это он настоящий злодей. Пойдем отсюда. Да куда нам идти-то? Что произошло? Видели ее, Мэри? Думаю, кошмар наконец подошел к концу. Что там за ну? А что он там осталось? Тейлор. Я не понял. Какого хуя? Чего случилось? Нерешительность, обман. Это закрыто, да? Типа остальных я как-то это открыл? Блять, господи, эта часть самая ебанутая нахуй. А остальные чё? Плюс в прошлый раз у меня всех в доме прям перебили. А тут чё? Я не отыграл ее роль или как? Тварь ебаную я должен был отыграть. Или чего? Я не понимаю, ты... Блять, эта часть самая ебанутая, блять, со всех частей. Со всех игр, наверное. Вот таких. Потому что остальные части там, блять, адекватные. Тут, блять. Эй! Я тебе говорю! Да что тебе надо, нам? Эй! Зря ты вернулся. Держись подальше.
Я не ищу проблем, окей? Мы уедем и не вернемся. Тебя надо отправить прямиком в ад, гребаный сумасшедший убийца. Это он! Что? Эй! Этот ублюдок вооружен. Вы о чем это? Вас ничего не беспокоит? Нет, прошу! Стойте! Вы не понимаете! Это из-за пистолета всего лишь. Ну и вот, собственно, мы водила. То есть это вторая концовка, которую я, в принципе, увидел. Ну вот нам, в принципе, показывает историю одного человека, который внезапно сошел с ума. После трагедии в детстве. Ну как в детстве. Будучи этим подростком. И в итоге тут ему сколько лет? 40 под 50, блять, и он сошел с ума. Нет, отвратительная часть здесь непонятно. Типа, как я... Я должен, типа, был роли отыгрывать. Либо, чтобы получить хорошую концовку, я должен был всех потерять. Типа, что всех убили монстры. И тогда мы в конце бы осознали, что все это у нас в башке происходит. Что они вымышлены. Так и должно быть, да, без голосов. Ну да, город, в принципе, нормальный, его просто таращит охуенно. Во всем городе больше нет никого, только эти три человека. Это вообще, блядь, странно, пиздец как. Ничего, все будет хорошо. Никакой мистики. Две ачивки. Прощение, внутренние силы. Стрём. Ну все, конец. Свободный. А как что? Но вы можете попробовать еще раз постараться добиться большего. Вот в чем сложность с демонами. Если их не упокоить, они с вами навеки. Впечатляет. Почти то все. Их выжили. Надо было упокоить. То есть они должны были у нас в разуме умереть. Почти. Мы их должны были, видать, оплакать. В итоге. В разуме. Нашли водителя. Может, теперь он перестанет жить в прошлом. Нет. Надо, чтобы он один остался.
Это да, типа перестанет. До новой встречи. Возможно, в Тихом океане или Арабской пустыне. Или где-то еще. В Тихом океане мы были. В Арабской пустыне мы были. Ну, мы встретимся. А где-то еще? Это вот четвертый эпизод. Один раз точно. Заключительный точно.